Ты меня боишься? Я не знаю, как принято у мексиканских индейцев, но здесь люди спрашивают разрешения. Разрешение на что? Пусти! На что? Кричи, никто не услышит. Ты в моей власти. Калуччи. Пусти руку. Мне больно. Я могу сделать с тобой что угодно. Никто не узнает. Что, прелестное дитя? Не нравится быть жертвой? Что я тебе сделала? Каково это быть, Калуччи? Унижать других, идти к своей цели по трупам. О чем ты? А Фелиситас? Она тебя боготворит. А ты вытираешь об нее ноги. Это не я. Ты вечно ее цепляешь. Тебе нравится возвышаться за чужой счет. Ты думаешь лишь о себе. Пожалуйста, замолчи. Успокойся. Мне противно прикасаться к тараканам. Фелиситас, можно тебе на пару слов? Не видишь, у нас репетиция. Только на секунду. Между прочим, дорогая принцесса, рабство в нашей стране отменили еще в 1913 году. К счастью для тебя, дружок. Иначе бы коротать тебе век на торгах. Но ты меня понял. Да не ссорьтесь вы, я на минуточку, Мия. Зачем? Но... Ты прекрасна. Он сильный. Заботливый, всегда защитит. Только рядом с ним я ощущаю себя принцессой. Девочки, бегом наверх, спрячься в шкафу, живо! Девочки, зачем вы заперли дверь? Правила этого не допускают. Знаем, но простите, мы занимались йогой и не хотели, чтобы нас беспокоили. Простите нас. Готова поклясться, я слышала в вашей комнате мужской голос. Нет, нет, это Фелли. Фелли, покажи, как ты произносишь ом. Ом. Сейчас не получится, тут нужно сосредоточиться. Ладно, хватит. Берите вещи и спускайтесь. Я сейчас... Ты со мной? Нет, я жду Питера. Вы не могли бы посмотреть, он не подъехал? Нет, не могу. Фелли, бери вещи и спускаемся вместе. Я не все собрала. Идите, а я догоню. Нет, я обещала вашей маме, что приведу вас. Так что не тяните время. Идемте. Ладно. Я сейчас. Прошу вас, идемте.
Спасибо, что спасла. Исключительно ради подруги. Все равно спасибо. Фелиситас? Ее еще нет. Тебя не учили, что прежде чем сесть, надо попросить разрешения? Я не вижу тут никого, кто может запретить мне сидеть там, где моя левая нога захочет. Или правая. У тебя низкий уровень культуры. Ошибаешься, у нас в стране еще живы остатки древнейших культур. Ты слышала про майя или ацтеков? С их высочайшим уровнем. Да, да, конечно. Тебе бы перья в волосы и набедренную повязку из листьев, и ты вылитый индеец. К твоему сведению, это не индейцы, а туземцы. Какая мне разница? Скажи Фелиситас, что я ушла. Скатертью дорожка. Я сейчас. Я проиграл бой Калучи. Но я им отомщу. Клянусь. Поговорим? Тебе сюда нельзя. Отвечай, чего ты добиваешься? О чем ты? Ты подлизываешься к моему папе, расспрашиваешь обо мне Фелиситас, подослал ко мне Гидо. Господи, при чем тут Гидо? Интриган, враль. Скажи мне в глаза, что ты от меня хочешь? Ты что, язык проглотил? Что тебе от меня нужно? Довольно. Есть девушки красивее, интереснее тебя, и не такие тупые. Нет, я не знал, как мне тебя заткнуть. Не подумай. Я и не думаю. У нас ничего общего. Точно. Давай успокоимся. Ответь, чего ты добиваешься? Ничего я не добиваюсь. Зачем ты ходил к папе? Я действительно им восхищаюсь. А Гидо? Это его инициатива. Я его не подсылал. Не спрашивай меня о нем. Ладно, поверю. Но ты сплетничаешь обо мне с Фелиситас. Конечно. Зачем? Она мне рассказывает о своей лучшей подруге, а я слушаю, правда, без особого интереса. Ладно, давай больше не будем мешать друг другу. Ты не существуешь. Ты тоже. Уговор. Тогда я пойду. Только объяснись с Фелиситас. Нет, нечего тут объяснять. Она ревнивая, не поймет. К тому же, ничего и не было. Нет, верно. Ничего.